In the 21st century, nations have collapsed. From the ruins of war arise a society fueled by greed. Profiteering mega corporations provide protection and jobs to anyone who abides by their policies. The alternative, a criminal path. Street gangs engage in a constant power struggle against rival gangs and authorities. But there are some that have no interest in gang affiliations nor company citizenship. They only pledge allegiance to the highest bidder. Their title, Bounty Hunter. Their only objective, Hunt Down. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем именно в Hunt Down. Ну что же, давайте приступать. Ага, и у нас здесь на выбор три персонажа. Какой-то киборг, я так понимаю, человек, и еще один человек. Давайте посмотрим получше. Ага, это боевой дроид. Это киборг, а это человек. Все понятно теперь. Давайте, наверное, будем с вами за дроида играть. Фух, поехали. Ребят, давненько я в такие игрульки не играл, но скажу вам сразу, что игрушечка еще пока в бете находится. То есть она будет дорабатываться, и пока еще она, по-моему, очень коротенькая, если я не ошибаюсь, и как я правильно понял. В общем, давайте в нее играть и смотреть. Hoodlum Dolls. Shimamoto. Welcome back. It has been a long time since the company acquired your services. So, once again, you were personally selected for the job. We trust you are willing to accept. Affirmative. We are willing to accept, Miss Rose. I had a feeling you'd say that. A mother knows her children. The hunt down is initiated. Our first matter is an urgent one. During the latest riot, a gang known as the Hoodlum Dolls somehow outwitted law enforcement and managed to seize control of a mechanized riot suit. Looks like an inside job to me. Apparently, he goes by the name Troy Lawman. Additionally, the area you'll be headed to has a few minor bounties that are open to your discretion. I'll transfer you those that are in your direct vicinity. Downloading coordinates. The Hoodlum Dolls are unpredictable and strong in numbers. Get down there. Restore order. Hunt down this Troy Lawman and make Mother proud. Affirmative. Thank you for this assignment. No one will get away alive, Miss Rose. Ну что ж, ребята, это наша первая цель. Звать его Sweet Angel. Поехали, будем брать его, как говорится, в оборот. А это вся группировка, ребята, Hoodlum Dolls. Ну, как, надеюсь, вы поняли по заставке, да, что некий штат контролирует преступная группировка, которая называется Hoodlum Dolls. И мы некий персонаж, который должен с этим покончить. В общем, ребята, это из разряда игр, если кто играл в свое время на Сеге, помнит такую игру, которая называется «Разрушитель». Ну, есть такой еще фильм, в котором снимается Сталлоне и Уэсли Снайпс. Ну что же, смотрите, тут якобы всех поймали. Мы можем здесь выбирать оружие любое, при этом мы можем с вами брать гранаты, коктейль Молотова, в общем, всякого вида вооружения. Сразу вам скажу, не берите никогда бейсбольные биты, ломики и так далее и тому подобное. Короче, оружие ближнего боя. Оно вам здесь не понадобится. Так. Враги здесь пока еще ватные. Так что можете не волноваться. Да, они могут прятаться. Не стоит об этом забывать. Но еще скажу одну вещь, ребята. Игрулечка еще пока в бета-тесте. То есть она дорабатывается, насколько мне известно. А это у нас как бы демо-версия. Что такое? Что за звуки? Что это за звуки? Я не могу, что ли, допрыгнуть до этого чемоданчика? Странно. Ну да, не получится, ребят, у меня. Тихо, тихо. Опа, нифига там, ребят, смотрите.
полицейский робот. Здоровый такой. Ну, мы, ребята, тоже с вами играем якобы за сторону добра. Мы внештатный сотрудник. Ясен перец, не полицейский, а якобы какой-то, может быть, детектив или что-то в этом роде. Но факт то, что мы боевой дрон. То есть нам пофиг на все вообще. Для нас законов нету. Шотган, вау. Повеселимся, детка. Поехали. Ага, вот так, ребята, у нас обозначаются чекпоинты. Починка какая-то, машина для починки, ё-моё. В принципе, логично, если мы с вами играем за дроида, то, конечно же, нам нужна машина для починки. Бочки, ребята, взрываются вот таким макаром. Несмотря на то, что игра сделана в пиксельном виде, мне она лично очень даже хорошо зашла. Единственное, плохо, что она очень коротенькая. Ну, я вам еще раз говорю, что это демо. Надеюсь, мы увидим ее полноценный релиз. И, надеюсь, в ближайшее время. Так, как видите, враги здесь могут прятаться. Так, аптечка, аптечка нам пока не нужна. А вот чемоданчик я возьму. Так, ну что ж, поехали. У нас здесь есть дробовик, есть УЗИ. Здесь очень много, ну как много, относительно разного вида оружия. Но его здесь много и не нужно. Так, следующий чекпоинт, отлично. Так, это у нас УЗИ. Так, что-то как эта музыка, дискотека что ли где-то? Оу, что это такое? А, это танк проехал, неплохо. Так, опачки, ребята, а вот эту штучку я хочу попробовать. Знаете, мне сейчас кого напоминает? А? Надеюсь, вы понимаете, на что это намек, да? Конечно же, наш любимый Арнольд Шварценеггер в фильме «Терминатор», когда он с такой вот пушкой был. Тут очень, кстати, много отсылочек, ребята. Так, тихо, бочка. Я просто в хлам нафиг. Вот эти вот, ребята, монтировки всякие, я не советую вам брать, бейсбольные биты. От них толку никакого, они оружие ближнего боя. Вам лучше истреблять врагов на расстоянии. Поверьте мне. Вот таким макаром, типа. Ну, я тут, конечно, тупанул сейчас в данный момент. Мог бы все это немножко лучше сделать. Это у нас, ребята, аптечки. Восстанавливаем себе здоровье ими. Опс, это что такое? Нифига. Ага, это у нас первый, оказывается, босс. Фига он с цепью. Ну что, давай потанцуем, наверное, да? Фу, да он ватный. Так. Ё-моё, вот дурило-то. Ой, у меня кончился пулемет, ребята. Ладно, повеселимся. Воу, он метает ножи. Надо быть аккуратней. Ядрёно батон. Ребят, пол хп мы уже у него отняли. И если таким же макаром все пойдет, я думаю, мы его быстренько ушатаем. Так, тихо-тихо. Не надо тут выделываться. Всякие панки лезут. Ирокезы. Чего тебе там надо? Хрен тебе. Ну что, пора добивать. Вы видели? Просто один выстрел из дробовика, и он готов. Отлично. Ну что же, первого босса мы с вами ликвидировали, да? Такой чувак. Ну что ж, а мы с вами, пожалуй, продолжаем. И мы переходим к следующему. Кто это у нас такой? А это у нас очередной босс, которого звать Сид Хэндсом. Ну что ж, поехали. Будем, как говорится, и его тоже проучивать. Ага, ребят, вон гранаты. Так, как они у нас тут? Ага, все, понятно. А будем знать теперь, на какую кнопочку их бросать. Слушайте, я не могу, да, здесь запрыгнуть, к сожалению. Что-то какое-то затишье, мне не нравится. Опа, опа, ловушка! Дай, хрен тебе! Так, давай валить их всех. Ё-моё, нифига тут суета. Опс, пардонче. Так, а эти внизу не будут, да, сюда прыгать?
Ладно, хорошо, я тогда спущусь. Оу, щет! Ты посмотри. Да хорош уже, там такая очередь. Получи, блин. Не дают, ребят, просто-напросто ничего сделать. Ну-ка, есть. Просто двоих сразу снесло. А вот что еще мне в этой игре понравилось, так это музычка. Опа-на, ребят, у нас зона загрузки. Интересно, давай посмотрим. Зона загрузки. Иди сюда. Так, минус, ё-моё, вообще в мясо там. Просто в хлам их всех. Да, конечно, ага. Кстати, ребят, в огонь тоже не советую вам прыгать, потому что вы будете гореть. Так, ну чё, вроде бы тихо. Погнали, оп-оп-оп-оп-оп. Вы видели, да? Из-за уголка, гады, выбежали. Нежданчик. Ну что же, ладно. Так, ты ко мне, что ли? Опа. Нифига ты даешь, девчина. Спасибо. Ну что же, чекпоинт. Погнали далее. Так, тихо. Слушайте, ну согласитесь, что мясо, просто мясо. Че он не вылазит, агата, а? Спрятался мне тут. На. Минус. Вау, там у нас, смотрите, как калаш. По-моему, точно калаш. Так, бабло подобрали. Ядрен батон. А мне нравится автоматик, неплохо бомбит. Да куда ты, блин, стреляешь-то, ё-моё. Так, дай-ка еще. Ну что, у нас фул хп. Погнали. У нас, ребят, есть счетчик убийств. А вот он рядом с хп. В данный момент я 34 чувачка убил. Так, отлично. Ну куда ты бежишь? Опа, 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 чувак там нифига. С чемоданчиком хотел убежать. Да нет, как бы не так. Так, а если я, например, соберу полностью коллекцию, что будет? Интересно мне знать. Пока у меня 2 из 3. Ёпарсты, нехило, да? Куда ты бросил-то, ё-моё? Блин, немножко, конечно. Я поворачиваюсь в одну сторону, а он почему-то в другую. Может быть, геймпад барахлит у меня? Так, что у нас такое? Rush. Блин, а чемоданчик-то я не могу подобрать. Ребят, смотрите, он наверху. Странно. Ладно, давайте заходить сюда. Йоу, просто. Фига тут магазин. Опа, гитара. А зачем мне гитара? Слушайте, ну я возьму, конечно, попробую. Если ее можно будет взять. Прикольно, ну-ка. Воу. Кстати, я могу туда прыгнуть, где этот. Ребят, где чемодан? Слушайте, ну гитара что-то как-то не особо хороша. Жесть. Дайте-ка я возьму УЗИ. Так, ну перепрыгнем. Вот так вот. 3 из 3, замечательно. Толчок. Так, ну ладно. Где еще? Будет кто, нет? Ёпарсты. А вот и босс, ребятушки. Сид Хэндсом. Фига он там. Ну давай посмотрим, из чего ты сделан, паренек. Воу. Я так понимаю, он типа качок, да? У него тут, смотрите, гантели, штанга. О, да он вата, если он так будет чисто кулаками своими. Я его порву. Причем, смотрите, тут везде куча трупов такая лежит. Типа он со всеми разобрался, да? А при чем здесь вот эта фигня тогда? Интересно мне. Магнитофон и вся эта тема. Слушай, он достал уже, а? О, давай-ка мы вот сейчас его... Оп! Че, ранили? Тихо, 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 что там? Музон врубил. Ну нифига... Опа! Жесть, он восстановил себе здоровье. Оу,
Чувак, совсем фанат. Слушайте, ну я его... Блин, тут он вызывает еще и помощь. Ладно, хорошо. Давай, давай, иди, иди. Блин. Давай, из дробовика его... Слушайте, ну дробовик вещь. Вы посмотрите, просто боссов ушатывает на раз-два. Так, ну что же, мы с вами Сида завалили. Такой чувак без зубов. Ну, давай так, excellent. Вау. А это-то кто у нас такой? Это у нас третий босс. Bad Boy Bob. Короче, плохой парень Боб. Ну, естественно, с плохишами у нас разговор короткий. Поехали, ребята. Мы, как говорится, здесь охотники за головами. Так, ну-ка, давай, наверное, мы ее сейчас... Вот так вот. Достоялось. Вначале подсрачничка, а потом добили. Опа, новые виды бочек. Черные какие-то. Я таких не видел. Что они делают, интересно? Красные взрываются. А черные что делают? Ладно, узнаем потом. Так, заходим. Не повезло вам, родные мои. Так, секунду. Ага, все, понял. Так, тихо, тихо, куда бежите? Опс, минус. Черт подери. Так, ну, не советую вам брать. Черт, мне бы, конечно, бы пригодилось бы здесь, наверное, УЗИ. Минус. Оу! Так, тихо, тихо, ребят, что-то... Куда-то попал я не туда немножко. Ё-моё. Чувачок-то, смотрите, в бронежилете оказывается. Вон тот, наверху. Его так просто не пробить. Слушай, дробовик, надо, наверное, нам... Тихо. Наверное, нам надо взять с вами УЗИ. Так, ага, отлично. Теперь пойдем прописывать. Минус. Так, здоровье там упало. Надо подкрепиться маленько. Так, стоит там, да? С бутылочкой. Обойдем лучше вот так. Воу-воу-воу-воу, тихо. Черт, все-таки задел. Ну правильно, с дробовика бомбанул. Так, куда идут? А, они не прыгают ко мне, да, сюда? Ладно. Так, ой, ребята, загорелся маленько. Ну давай тухни уже. Так, ага, понял. Ну, власти. Есть, отлично. Минус. Так, УЗИ нам пригодится. Это хорошо. Так, ну-ка. Прыгай, прыгай, прыгай сюда, гад. Так, автомат, калаш. Ну-ка. Немножко не так. Вон он, кстати, чувачок-то в бронежилете. Эй! Совсем не то, ребят. Вот так попробую. Да что за фигня-то? Ну-ка, давай. Воу-воу-воу-воу-воу, тихонько, вы что? Разошлись-то тут. Бинго. Так, смотри, чувачок там с чемоданом. Иди сюда, гад. Убегает. Убегает. Есть, я его подбил все-таки. Далеко не убежал. Так, один из трех, да? Stage Collection. Ну что, пойдем, наверное... Ага, здесь не пройти. Ладно. А у нас что с вами? Да у нас ничего не взято. Я уже думал, может быть, коктейль Молотова. Нет, нету. Минус. Да, вот этот чувак крепкий, конечно. Который в бронежилете. Его так просто нахрапом не возьмешь.
Так, оу. Еще чемоданчик, это хорошо. Че такое? Нифига вы! Охренеть, блин. Чуваки, вы че? Веселуху тут устроили мне. Хорошо есть хилялочка, так бы... Ядре нифи не разнесли их. Так, ну че? Не понял. Мы не можем туда идти. Так, ага, стрелка нам показывает вот сюда, якобы нужно. В обратную сторону, получается. Ладно, проверим сейчас. Угу, все пока хорошо. О, калаш. Давай-ка. Сейчас. Может, гранату бросить, а? Блин, не так. Слушай, а давай, может быть, присядем, попробуем вот так вот. Ёпарасоте, я не завидую. Опа, и чемоданчик, ребят, третий, кстати. Все, ХП восстановили, замечательно. 3 из 3, шикандос. Так, такое впечатление, что сейчас будет босяра, не? Вау, фига, это кто такой? Bad Boy Bob. Ну что? Чё там прокрякал? И сюда. Ага, прикрывается, ладно. Оу, тихо. Тихонько. Не надо баловать. Опс. Нифига ты хитрожопый. Ой, ёп. Ты смотри, что делает. Ё-моё, вот это... Блин, к нему нельзя близко подходить. Ага. Сбивает меня и туда. Слушай, у меня здоровье-то, пол хп уже осталось. Ай. Слушай, у него тоже... Блин, у меня закончились, ребята, боеприпасы. Либо он, либо я. Но я все-таки его быстрее накумарил. Слушай, ну поганый босс, если честно. Вот посмотрим на его рожу сейчас. Губы такие. Excellent. Погнали дальше. Кто же это такой, ребят? Ага, это у нас психопат. Поехали. Будем сейчас наказывать его. Да, кстати, не стоит забывать, что это у нас предпоследний, ребята, босс. То есть осталось совсем немножко. Так, ну что, давай. Приступим к разбору полетов. Ну, вылази давай. Ага, понятно. Опять люки, люки зашуршали, как говорится, и оттуда поперли бомжи. Ну что ж, давай, заходить. Это у нас еще кинотеатр какой-то, 3D Movies. Посмотрим. Ё-моё. Не фартануло. Да, ребят, смотрите, кинотеатр какой-то. Опа, опа-на. Ловушечку захотели мне здесь сделать, да? Вы на кого хоть батон крошите? Малышня, ё-моё. Опа-на, что это за новый вид оружия? Надо взять. Так. Я в тот раз не взял, поэтому давайте-ка сейчас его испробуем. Воу! Это же гранатомет. Круто. Так, ну что, давай посмотрим. Блин, офигеть, ребят. Разносит просто в хлам. Причем с выстрела с одного. Так, там у нас аптечка, но она нам не понадобится. Здоровья у нас полно. Так, калаш. Калаш-то хорошо. Оу! Ха-ха. Знакомые ребята, веселятся. Ё-моё, я думал, что я разнес им машину. Нет? Нифига. Так, ладно, давай разберем ее. Минус. Так, калаш. Самое то, что нужно. Ну чё, где, кто? Чё прячется? Это что у нас такое? Лифт. Понятно, активейт. 4 граната у нас еще есть. Живем, короче. Спасибо большое. О, еще один гранатомет, ребята. Он нам пригодится, в принципе. Можно сейчас вначале вот так вот побомбить. Воу.
Так, чемодан. Ага. Да он так и так бы, этот мотоциклист, долго бы здесь не погулял. Потому что там земля горела, он ездил именно по огненной земле. Так, давай сюда. Опа. Блин, ну кровище, мясо, конечно, капитально здесь. Так, подожди. Давай, проходим. Просто в хлам. Тихо. А вы поняли, да, ребят? Они еще тут в этих, в касках, в шлемах ходят. То есть, если я в него стрельну, у него отлетает вначале шлемак, потом уже начинает тратиться здоровье. То есть, довольно неплохо придумано. Нет, калашник мне не нужен, тем более там всего лишь 11 зарядов. Давай-ка здесь потусуемся. Дробовик — это самое то, ребят. Эксит, выход. Понятно, идем на выход. Ух. Сами виноваты. Опа, чувак, смотрите. С чемоданчиком. Мне нужно его подбить. Да ё-моё, ну. Да гранат. Гранат. О. Слушайте, я надеюсь, он не выжил. Что это такое сейчас было? Что это с мотоциклистом сейчас произошло? Куда он залетел-то, дурень? О, чемодан лежит, отлично. Опа, опа, опа-на. Прикатился. Так, у меня нет ни гранат, ничего, к сожалению, чтобы его подбить. Катается. Слушай, а мы вот так сейчас, знаешь, как сделаем? Возьмем, наверное... Да-да-да, именно в спину. Блин. Есть. Докатался. А нефиг, как говорится, да? Просто одним выстрелом двоих сразу сносишь. Поехали. Слушай, 47 патронов, это хорошо. Слушай, по-моему, босс сейчас будет, нет? Ого. А вот и чувачок. Это у нас, получается, огнеметчик. Психопат. Ну давай, иди сюда, посмотрим, из чего ты сделан, огнеметчик. Ага, понял я тебя. Так, тихонько, тихонько. Слушайте, ну если так дело пойдет, то... Он ватный. Блин. Фи. Я понял его тактику. Сынок. Опс. Да ё-моё. Ага, он, значит, может еще толкаться. Своего же зажарил. Дурила. Ладно. Главное, что здесь есть аптечки. Это хорошо. Опс, опять, блин, нельзя к нему подходить близко. Это чревато. Оу, что такое? Это что это с ним? А, баллон мы ему пробили. Ну, типа того, он, да, он горит. Все, я понял. Сейчас, ребят, мы его сейчас накроем. Он должен взорваться у нас, наверное. Сумасшедший. Блин, у меня здоровья мало. Слушай, ну я думал сейчас... совсем мало здоровья. Есть. Подловил я его. Ну что ж, поехали далее. Медальку получили какую-то. И... Excellent, конечно же, excellent. Трой Лавман. Ну что же, давайте посмотрим, что это за Трой у нас такой. Мы прибыли на задание. Ага, ну как обычно. Так, я вижу калашников. Давай подберем. Куда ты тут прыгаешь за мной, а? Охламонище. Опа, и чемоданчик. Это как раз то, что нам нужно. Я, кстати, не понял, что мы с вами получаем за то, что вот собираем все чемоданы. Очки, что ли? Так, ладно, давай. Минус. Наш-то парень шутить не любит. Это явно. Косит всех подряд. Сюда бы еще, кстати, миссии зашли бы, такие как по спасению заложников, к примеру. Слушайте, а может быть в дальнейшем все это и будет, да? Нам здесь маленький кусочек лишь игры предоставили. Один какой-то замухрышинский региончик, в
котором 5 боссов. Так. Ну иди сюда, что там бегаешь-то? Причем с бутылкой коктейля Молотова, который даже не может бросить. Так, минус. Калаш. Это хорошо. Блин, охренеть. Сами себя там жгут, бомбят. Что-то тут упал, поджег. Оп, тихо-тихо. Неужели босс? А, нет, чекпоинт. Понял. Чекпоинт, отлично. Ну, ай. Так, а это что у нас такое наверху там? А ну-ка давай по... Тихо. Йо, огнемет, ребят, смотрите. Прикольно. Слушайте, ну он, знаете, что я вам скажу? Оу, щет. Жарит, конечно, неплохо, но я предпочитаю, наверное, все-таки УЗИ. Опа, опять, опять. Откуда они берутся, эти мотоциклисты здесь, а? Блин, бочка не вовремя-то взорвалась, надо было подождать. Так, ага, он уже внизу. Понятно. Сейчас подловим. Вот так вот, будем отсюда, наверное, жарить. Да гори ты уже. Сам виноват, дурила. Так, ну что-то распрыгалось, а? Или распрыгался. Вот так вот. Слушайте, нашему дрону надо говорить, знаете, как «Hasta la vista, baby». Ему подходит как раз под его голос. Чекпоинт, отлично. Воу, опять, опять эти бомжи, блин. Смотри, смотри, смотри. Прикинь, да, машина заехала на огонь и просто зажарилась моментально. Тихо, люки. Опять эти бомжи повылазили здесь. Ну вот не вовремя, подожгли-то мне здесь землю, а. Так, у меня 6 бутылок коктейля Молотова. Опа-на. Так, дай-ка я этого... Эй-эй-эй, куда? По-моему, я его подбил. Да, вон чемодан валяется, отлично. Иди отсюда. Так, тихонько, 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 не надо тут выделываться. Слушай, гранатомет. Можно, в принципе, повеселиться, я думаю, да? И довольно неплохо. Ё-моё, вот это расколбас. Так, что ты прицепился ко мне, эй? Промахнулся, блин. Слушайте, надо где-то здоровье подобрать, потому что уже очень мало. Да чтоб тебя. А вон, кстати, аптечка. Во, фулл хп. Замечательно. Что-то магазин оружия, что ли, да? Типа того. Вот, я хочу калачика взять, ребят, смотрите. Нормулька. Так, гранаты. 4 штучки. Ага, вот как раз сейчас чувачка-то этого мы и поймаем. Ну, да блин. Давай так вот. Есть. Как ты мог выжить, блин? Разорвала нафиг чертовой бабушке этот мотоцикл, а она бежит с него. Офигею. Что это такое? Опа-на, по-моему, ребята, босс. Наверное, да? Да-да, скорее всего. Ё-моё, это что за Battle Toads еще? За боевая жаба. Трой Лавман. Так, ладно. Ага. Прикрывается щитом, но здоровье все равно. Все равно тратится. Что? Ну-ну-ну. Опа! Наверное, запрыгиваем. И. Ага, вылез. Давай, 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 давай. Опа, на. Он еще и строчит. Так, вы видели, да, что он творит? Он еще и стреляет.
Я имею в виду гранатами. Ой, гранатами, снарядами. Так, тихо нафиг. Блин. Так, хотя бы аптечки дают. И то спасибо. Вылази давай, охламон. Да, с пистолета, конечно, не айс. Приходится нажимать как можно чаще. Блин. Сбил. Оу. О, ребят, смотрите, я умею прятаться, а я не знал, что я могу прятаться. И что будет? Воу, да. Как они, интересно, меня просекли. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига он там меня нахлобучил. Так, давай, ты будешь власть или нет? Ага, выкидывает опять свой щит. Слушай, ну пора его добивать, наверное, я думаю. Давай, 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 давай. Ну! Есть! Да, ребята! Ну что же, как-то вот так вот. На этом, ребятушки, демоверсия заканчивается. Ну, а вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась эта игра. Ну, и будем ждать уже официального выхода. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.